Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Как долго вы страдаете социофобией? Социофобия у меня, можно сказать, как врожденная, скорее всего, потому что я больше проводил времени дома, нежели на улице с друзьями и прочее. То есть, можно сказать, как бы это мое нутро, скорее всего. Такой я, таким меня создала природа. Поэтому я уже это принял, как оно есть. Вы когда-нибудь прибегали к услугам психолога? Психолога я никогда не обращался, потому что я не верю в психологов, потому что я считаю, что, ну, во-первых, я бы не хочу сказать какие-то громкие слова, то, что это какие-то шарлатаны и прочее, это понятное дело. Просто кроме меня, лучше меня, никто меня не знает в этом мире, нет второго такого человека, который знает меня лучше, чем я сам. Поэтому, если я приду к психологу, он мне скажет только ровно лишь то, что я хочу от него услышать. Как я могу услышать какой-то совет по поводу жизни, если человек вообще не знает меня, в принципе, и изначально ему все равно, что я скажу, потому что ему главное внушить мне то, что все не так плохо в этом мире, скорее всего. Хотя есть такие психологи, которые вкапываются в проблему вглубь и как зуб лечат, знаете, корень убивают и боль проходит. Возможно, есть такие люди, но, честно сказать, я как-то боюсь идти к психологу, потому что не хочу кому-то лишние проблемы свои навязывать. Сами понимаете, я человек скромный, поэтому я думаю то, что психологу будет неинтересно слушать мое нытье. К тому же лишний раз казаться каким-то странным не хочется. И все свои болячки психологические выплескивать кому-то прямо в лицо. Ну, вы поняли, о чем я, да? Вы принимаете какие-либо медикаменты для борьбы с социофобией? Лекарства я принимал, конечно, неоднократно. Вот, кстати, что отличает психиатра и психолога, это то, что это реальное действие. То есть ты получаешь какие-то таблетки, которые психиатр тебе прописывает, и лечишься за счет них. Я принимал много всяких препаратов, я даже не помню их названия, потому что там довольно сложные названия и явно не российские. Но я остановился на таких препаратах, как феназепам, клоназепам, это транквилизаторы. И для сна я использую запеклон, по-моему, называется этот препарат. Они мне довольно сильно помогают. Вот феназепам и клоназепам мне помогают больше взбодриться. Не то, чтобы это как-то убирало мою депрессию, но скорее оно убирает подавленное состояние, когда ничего не хочется делать, ты выпиваешь таблетку перед сном, и на следующий день у тебя появляется продуктивность, которую ты можешь воплотить в какое-нибудь творчество, или ты просто чувствуешь себя лучше, настроение лучше. Поэтому вот я остановился на двух этих препаратах. Хотя перепробовал их очень многое количество, поэтому, я не знаю, может, кому-то это тоже поможет, кто знает. Депрессия, тревога, страх. Вы что-нибудь испытываете из этого? Депрессия, тревога. Вот это я испытываю, особенно когда у меня нет таблеток, которые я могу принять. Депрессия – это понятное дело. Депрессия, я считаю, что это просто состояние такое, это как совокупность факторов, которые влияют, и в общей мере они могут включать туда и тревогу и все остальное. То есть плохой сон, бессонница, нарушение нервной системы – это все приведет к депрессии, я думаю. Потому что если человек плохо спит, у него явно будет плохое настроение, самочувствие, он будет чувствовать себя подавленно. Это понятно и так всем. Вот тревогу я испытываю, когда у меня не хватает таблеток, когда их вообще просто нету, потому что их редко завозят в нашей аптеке почему-то в последнее время. Я испытываю тревогу, да. Почему-то какие-то навязчивые мысли, просто такие события в голове прокручиваются, которые, в принципе, не могут произойти. Но почему-то это просто, ну, нереалистичные события какие-то, но почему-то они прокручиваются у меня в голове постоянно, и я думаю то, что они реально могут произойти со мной. Что-то плохое, почему-то меня должны в тюрьму посадить, там, снятся плохие сны, люди из прошлого. Да, тревогу я испытываю довольно сильно. Насколько сильно вы чувствуете себя подавленным на данный момент? В данный момент я себя чувствую 50 на 50, можно сказать, как в состоянии ремиссии. Это состояние от очень плохо и плохо, что-то между этим. Ну, то есть не сказал бы, что радуюсь жизни на данный момент, просто я уже понимаю то, что таблеток, наверное, скорее всего, в магазине не будет, точнее, в аптеке. И приходится как-то мириться с этим, все равно я взрослый человек, как бы я не могу какие-то свои капризы показывать именно в этом плане. Просто оно как идет, так и идет. Я ничего с этим не могу поделать. Чувствую ли я себя в депрессии, плохо, подавлено? Да, есть такое, не буду скрывать. Если бы я чувствовал себя по-другому, наверное, я сказал бы, что я чувствую себя хорошо. Зачем мне это самовнушение? Как вы считаете, можно ли избавиться от плохих мыслей, подавленного состояния, не прибегая ни к каким медикаментам? Избавиться от плохих мыслей, не используя ни медикаментов, у меня лично не получилось, потому что я, кроме как не использовать медикаменты, ну, может быть, заняться каким-то делом, если какая-то страсть у человека появится, чтобы реализовать себя и, допустим, какие-то свои жизненные потенциалы, творческие потенциалы. Обычно всегда творчество помогает избавиться от депрессии, социофобии и прочего, потому что
Ты чувствуешь, что если ты делаешь какое-то дело, и оно у тебя приносит какой-то успех, понимаешь то, что эта тяга загорается глаза, и ты начинаешь жить этим. У меня почему-то это все угасло, поэтому мне сейчас на данный момент только медикаменты помогают. Не знаю, может, другим кому-то может поможет что-то новое в жизни узнать, но, скорее всего, я думаю то, что разнообразить жизнь нужно в первую очередь, а потом уже смотреть, как будет. У вас есть семья, жена, дети? У меня только родители. Мама, папа, два кота. И, естественно, у меня нет никакой семьи, детей. У такого человека, как я, с моими, так скажем, особенностями, в кавычках, явно не все может быть в порядке, я думаю, скорее всего. Во всяком случае, я в этом убедился. Кстати, объясни, почему мы сегодня пришли именно сюда? Просто посмотрите на это место. Смотрите, здесь везде грязь, во-первых. Во-вторых, здесь везде разбросаны вот эти плиты. Просто везде все свалено в кучу. Это напоминает мне, можно сказать, как о своей душе. То есть это отражение моей души, скорее всего, потому что в ней так же грязно и в ней такая же куча. И главное, обратите внимание, вот эти граффити, вот эти рисунки, которые люди здесь оставили. Это люди, которые приходили сюда, рисовали, и они остались здесь навсегда. То есть это просто гости этого места. Так же, как гости в моей душе были, которые оставили такие же рисунки, пятна на моей душе, которые ушли из моей жизни, но эти рисунки все равно остались. Поэтому это место, я чувствую себя здесь как дома, я чувствую себя здесь спокойным, потому что здесь все так же, как в моей душе. Серо и спокойно. Здесь нет людей, здесь нет социума. Я чувствую себя здесь спокойно и хорошо. Возможно, когда-нибудь я буду вспоминать это место и говорить, что наконец-то все это в прошлом. Но пока, как оно есть, так оно есть. Не могу ничего другого придумать. Как ваши родители относятся к тому, что вы не живете полной жизнью? Ваша социофобия и прочее. Как они вообще переживают этот момент? Что они думают? Родители к этому относятся нормально, потому что я изначально себя позиционировал как не очень активный ребенок. Если бы я понимаю, я всю жизнь жил там, допустим, до 18 лет, и потом у меня вдруг какая-то прям что-то случилось в жизни, я там закрылся и начал сидеть. Нет, я изначально был такой, я больше сидел дома, домашний ребенок, у меня никогда проблем не было. Я никогда не пил, не курил, не дебоширил, поэтому родители к этому относятся так, как оно и должно быть, наверное, потому что они видят, какая сущность у меня. Они такими не были, естественно, я не знаю, эта социофобия, наверное, не передается с поколениями. Все равно, я думаю, то, что они имеют какое-то понимание того, как я живу, то, что другого выхода для меня нет, и поэтому они как бы лояльно относятся к этому, ну, понимаете, о чем я, да? У вас были когда-нибудь отношения с противоположным полом? Отношения с противоположным полом, как бы это странно ни звучало, да, у меня они были, 4 года у меня была девушка. Почему отношения подошли к концу? Что послужило причиной? Отношения подошли к концу, потому что, во-первых, человек любой, в любых отношениях, в любой деятельности, он всегда стремится к чему-то лучшему. Он двигается вперед, он развивается, он не стоит на месте. Если другой человек этого не делает, то зачем одному человеку тянуть другого человека за собой? В моем случае я был тем человеком, который не развивается, поэтому я думаю, то, что это вопрос вообще отпадает, понятное дело. Если один тянется к чему-то, а другой сидит на месте уже долгие годы, это приведет в никуда, дорога в никуда, в общем. Я из тех людей, которые не любят что-то менять в своей жизни, поэтому я не думаю, то, что что-то такое подобное еще у меня будет. Вы рассматриваете в будущем отношения? В будущем отношения? Ну, это должен быть очень такой человек, очень понимающий, очень такой же пофигистически относящийся к жизни, наверное, скорее всего, не знаю, как это еще сказать. Ну, я думаю, что 90% я считаю, что, скорее всего, не будет. Я умру один, так сказать. Вы сейчас работаете где-нибудь? Да, я работаю на предприятии, разнорабочим, соответственно. Как бы, понятное дело, что я не буду работать где-то в банке и прочем, потому что у меня... Не знаю, развития у меня нет такого, чтобы я работал где-то в каком-то более месте, престижном, что ли. Я привык к простоте. Почему вы выбрали именно это место работы? И вас устраивает заработная плата? Я бы не сказал, что меня устраивает заработная плата, потому что мне платят всего 20 тысяч рублей. Понятное дело, это получается у меня в день мне платят 1000 рублей всего лишь. Конечно, это маленькая зарплата, и понятное дело, что меня она не устраивает. Ну, а что поделать? Я выбираю всегда такой путь. Где проще, там и лучше, где меньше ответственности, там и лучше. Я в жизни вообще не ответственный человек. Ну, как сказать не ответственный? Если я за что-то берусь, то я довожу это до конца, и нет таких проблем, чтобы я что-то не доделал там или прочее, что-то такое было. Я всегда довожу все до конца, и в основном никто из работодателей, во всяком случае, не жаловался на меня и не может сказать, что я какой-то там ненадежный или что-нибудь в этом роде. Нет, такого нет. Я просто привык работать там, где проще. Такая натура у меня, скорее всего.
Судя по вашему ответу, я так понимаю, что материальная составляющая не является определяющим фактором по этому вопросу. Вы привыкли довольствоваться тем, что есть? Материальная часть, может быть, она и была бы главной в моей жизни, может, она приносила бы мне удовольствие, но просто у меня нет возможности зарабатывать больше. Я просто не верю в то, что я могу что-то заработать, что-то сделать, что-то перепрыгнуть выше своей головы, так скажем. Так не бывает. Я привык к тому, что имею. Да, вы правильно сказали, то, что я привык довольствоваться тем, что я имею. Мне мало в жизни надо, поэтому как оно есть, так оно есть. А что дальше будет, кто знает. Давайте представим. Если бы вам предложили какую-нибудь более высокооплачиваемую работу, но среди людей, то есть в социуме, вы бы согласились на это? Скорее всего, нет, я бы не согласился на более социальную работу какую-то, потому что я как-то работал в таких магазинах, как «Магнит», ну, то есть это работа конкретно и в других магазинах, это же работа, которая связана конкретно вот именно с социальным, с общением, с людьми, тем более сфера обслуживания явно мне не подходит. Ну, во-первых, мой внешний вид, понятное дело, к этому будут все цепляться. Собственно, это и было так, все цеплялись к моему внешнему виду, потому что, ну, у людей это вызывает какие-то негативные, спорные, так скажем, мысли, наверное, скорее всего. Если мне даже предложат работу там за 100 тысяч рублей, но надо будет работать в коллективе и прочем, именно где-то в сфере там какой-нибудь финансовой или типа того, я не знаю, с чем, куда меня могут взять, я просто даже не представляю на данный момент, где меня могут взять, чтобы я зарабатывал там больше, еще это было в сфере социально активной. Ну, поняли, о чем я, да, короче? Нет, скорее всего, нет. Ответ на следующий вопрос, я так думаю, конечно же, очевиден, но все же. У вас есть друзья? Или, может быть, были когда-нибудь? Друзей, естественно, у меня нету. Были ли друзья? Ну, были приятели, когда я учился в школе, когда я учился в колледже. Понятное дело, всегда, когда ты еще не окрепший, так скажем, умом организм, когда у тебя не сложилось, так скажем, мировоззрение о жизни, как нужно жить, что делать, ни какие-то вкусы жизни, предпочтения у тебя еще не сложились. Ты просто двигаешься в общем потоке. А потом, когда мне стало 18 лет, я как-то перестал со всеми общаться, закрылся и сидел дома. Я бы не сказал, что у меня были друзья. Скорее всего, это были просто приятели по школе, по учебе. Сами понимаете, в детстве у всех есть какие-то приятели. Как вы считаете, в чем главная причина отсутствия у вас каких-либо социальных связей на данный момент? Я бы не сказал, что у меня какая-то проблема с социальными связями. Просто у меня нет друзей, я нелюдимый, я одиночка по жизни, это моя натура. И скорее, у меня так всегда было. То есть, если посмотрите на меня 10 лет назад, то еще хуже было. То есть, я вообще боялся даже с кем-то заговорить. А после того, как я более-менее как-то проявил какую-то социальную активность, мне уже стало это неинтересно сейчас, потому что я понимаю, как устроена жизнь, как устроено социальное общество, как устроено общение между людьми, связи вообще и прочее. Мне это уже неинтересно. Я уже не в том возрасте, что ли, или просто розовые очки, можно сказать, как спали. Поэтому моя причина в том, что я, скорее всего, интроверт по натуре. Просто я живу в своем маленьком мирке и никого не пускаю туда. Но если я кого-то впущу туда, то это будет уже какой-то супер особенный человек для меня. И я думаю, что, скорее всего, таких людей просто нет. Может быть, есть, может, нет. Я не могу загадывать. Вы религиозный человек? Нет, не религиозный человек вообще. Я уважаю все религии, если кто-то верит в Бога, неважно в какого. Не против и не за, так сказать. Просто нейтрально отношусь к этому и все. А если кто-то верит, то пускай верит. Если человеку проще, что если он верит в какую-то религию и прочее, в какого-то бога, то почему нет? Я, кто я такой, чтобы оспаривать его, так скажем, предпочтения? Нет. У вас были попытки суицида? У меня была одна попытка суицида, понятное дело. Это было 10 лет назад. Я пошел в лес. Я не знаю, у меня накипело просто что-то в голове, и я почувствовал себя совсем ничтожным и пошел в лес, накинул петлю на шею. И в момент, когда у меня асфиксия случилась, ну, те, кто понимает, те понимают, что такое асфиксия, это когда кислород перестает поступать в мозг, ты теряешь сознание. И в момент этого пришли какие-то грибники, и вот, короче, они меня просто спугнули, я убежал. В общем, можно сказать, как они меня спасли, что ли. Не знаю, благодарить ли их или не благодарить, но я думаю, то, что все равно спустя 10 лет у меня уже таких мыслей, можно сказать, как и нету. На сегодняшний момент суицидальные мысли покинули вашу голову? Или они все же посещают вас? Сейчас уже у меня нет таких мыслей, чтобы убить себя, так скажем. Я уже пустил все полностью на самотек. Как оно будет, так оно будет в жизни. То есть я не делаю так, чтобы вот я должен умереть. Я все равно уже понял то, что я в любом случае когда-то умру. Неважно, от чего будет это. Своими руками, чужими руками, или от какой-то болезни, или что-то вообще произойдет, катаклизм какой-то и прочее. Но сам я не горю желанием что-то делать с собой. Пускай оно идет, как идет. Что будет, то будет, как говорится. Поэтому нет. Каким должен быть человек, чтобы вы могли его назвать другом?
Есть ли вообще какие-то критерии? Ну, я не думаю, что много кто хочет быть моим другом. Я думаю, то, что, скорее всего, таких людей больше люди шарахаются, большинство в обществе, как я понял. Когда ты начинаешь человеку говорить о том, что у тебя друзей нет, ну, я вообще, конечно, не распространяюсь об этом, но если ты говоришь, тебя сразу считают каким-то прям, ну, странным отщепенцем или типа того. Это, понятное дело, реакция нормально обычных социальных людей. Скорее всего, это должен быть человек, не мыслящий рамками, не мыслящий просто какими-то стереотипными движениями, который не двигается вместе со стадом, так сказать, вот как все, не осуждает никого за спиной, ко всему относится лояльно, скорее всего, и чувствует себя свободным от всех предрассудков. Я думаю, это такой человек будет. Таких людей мало очень, я таких не встречал практически, но вообще не встречал ни разу в жизни. Поэтому я думаю, то, что у меня в интернете я много с кем общаюсь, потому что у меня канал на YouTube, понятное дело, и вот через интернет только максимум нахожу каких-то таких людей, которые тоже мыслят, как я. Ну и то непонятно, на 100% у нас в какой-то момент может у нас мысли сходиться по какому-то определенному вопросу, но это же не значит, что мы прям можем дружить, потому что в других вопросах может вообще все быть по-другому. Поэтому, ну, это сложная тема. Дружить вообще — это любить и дружить, находить себе партнера для любви и для жизни, и чтобы дружить с ним — это очень тяжелая работа. Это очень тяжелая работа, это не каждому дано. Ты можешь 100 раз обжечься, и вот один человек может тебе из 100 понравиться, и ты будешь с ним и дружить, и все остальное. Для меня такого не было. Для меня это большой труд, и я не лезу в это. У меня нет таланта к тому, чтобы дружить с кем-то или заводить отношения. Ну, я думаю, вы понимаете, о чем я. Вы когда-нибудь задумывались о своем будущем? Ну, скажем, через 10 лет, не имея никаких социальных связей сейчас. Как вы думаете, где вы будете? Я не знаю, честно сказать. Я бы хотел, конечно, может быть, сказать на пессимистичной ноте, что я буду мертвым, но не хотелось бы думать о таких мыслях, понятное дело. Хотелось бы мыслить о том, что я буду там на коне, что я буду здоров, жив, родители будут здоровы, все будет хорошо, найду себе друзей и прочее. Ну, розовых очков у меня, как видите, на лице нету. Я думаю, то, что понятное дело, что, скорее всего, я останусь так же, таким же, как я есть, никем в этой жизни. Так что никаких надежд и планов на будущее у меня особо нет. Хорошо, Дмитрий, у меня уже закончились вопросы. И напоследок я хотел бы, чтобы вы обратились к нашим зрителям, пожелали им что-нибудь, потому что я думаю, что многие люди разделяют вашу позицию, ваш жизненный путь, так скажем, потому что я уверен, что многие люди страдают, возможно, теми же проблемами, что и вы. Можете обратиться к ним, может быть, они дадут вам какой-то совет в комментариях, и пожелайте им тоже что-нибудь. Спасибо. Что хотелось бы сказать, друзья? Моя жизнь, можно сказать, как пример того, как делать не нужно. Это на 100% правда. Потому что если вы будете как я, ни с кем не общаться, не будете социальными людьми, то, скорее всего, вы будете вот здесь вот находиться, в этом месте, и вы никогда не выберетесь из этой ямы. Я думаю, что есть люди, которые тоже разделяют мое мировоззрение, разделяют мою позицию, так скажем, по жизни. И, может быть, какие-то моменты, нотки они увидели в этом интервью, так сказать, которые схожи с их жизнью. Я понимаю, что, конечно, от меня советы слышать это странно и смешно, потому что я, ну, можно сказать, как не очень удачливый человек по жизни, не могу похвастаться тем, что у меня все хорошо в жизни и прочее. Но в любом случае, самая главная причина и проблема – это, скорее всего, вот социум. Проблема в людях, с которыми вы связываетесь. То есть, если вы связываетесь не с теми людьми, это будет большой отпечаток на вашей душе, на вашем ментальном состоянии. Люди делают вот это все. Это не природа делает, не погодные условия и прочее. Вот просто не связывайтесь ни с теми людьми, с которыми вы потом будете сожалеть, что связались. Не двигайтесь вместе со стадом, я хотел сказать бы, наверное. Но для кого-то, наверное, проще двигаться вместе со стадом. Не то, чтобы я говорю, что это какой-то минус двигаться со стадом, это то, что все овцы. Это в том плане то, что проще, конечно, строить свою жизнь по чужому сценарию. Но я думаю, то, что какая-то индивидуальность, какая-то хоть чуть-чуть крупиться того, что ты должен быть индивидуален и не быть таким, как все, это большой плюс. Потому что сейчас индивидуальных людей очень редко встретишь. В основном все просто как по шаблону живут, гонятся куда-то, вся жизнь кипит, бегут куда-то. И есть такие люди, как мы, которые просто где-то тихо осели и наблюдают за этим. Поэтому, ребята, я не знаю, у меня есть группа, опять же, в Телеграме. Кто хочет, входите. Надеюсь, там все будет нормально. Просто иногда там бывают такие люди, которые всякую ерунду постят, но я надеюсь, что мы все наладим там, все будет нормально. Поэтому заходите, общайтесь там. Если какие-то проблемы, мысли есть, то можно там пообщаться всегда. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Надеюсь,
это интервью дало какие-то ответы вам на какие-то вопросы. Если, конечно, вообще какие-то вопросы могут быть у вас. Смотрите, насколько все плохо у меня в жизни. Я даже интервью сам у себя беру. Ну, блин, ладно. Ничего страшного. Поэтому всем пока и спасибо. Депрессия, тревога, страх, панические атаки. Кто этот текст писал? Он вообще в школе учился. Панические атаки. Панические атаки пишется. Ладно. Кстати, смотрите, сколько здесь грязи. Вот я только прошел. Обычно я здесь ночью всегда хожу. Я вот прошел здесь. Смотрите, сколько здесь люди срача просто наводят после себя. Чего тут только нету. Реально, вот посмотрите, лучше быть социофобом, реально, чем вот это вот такой свиньей, как вот здесь. Вот это делают все.